Сегодня чисто, но это скорее исключение из правил. Жители микрорайона ТЭЦ-3 с весны пытаются навести порядок на контейнерной площадке у дома номер 8. Баки прогнили, ограждение проржавело. Но это только полбеды. Мусор вывозят плохо, особенно крупногабаритный. Лоск навели только перед приездом мэрии и журналистов. Со все остальные дни у нас творится полное, как сказать, безобразие, потому что мусор... валяется около площадки, за площадкой. Площадка не огорожена должным образом. И как бы жильцы микрорайона бьются с апреля месяца с этой контейнерной площадкой и не могут добиться никаких результатов. Место это популярное. Кто идет на остановку или в магазин, непременно оставят мусор здесь. На неудовлетворительное содержание контейнерной площадки жители пожаловались в мэрию. И вот муниципальный инспектор фиксирует нарушения. Они есть, даже при отсутствии мусора. В настоящий момент проводится предконтрольное мероприятие. Далее будет издан приказ, проведена проверка в рамках муниципального жилищного контроля по вопросу ненадлежащего содержания контейнерной площадки. Предписание на устранение недочетов получит управляющая компания. Вероятно, ей напомнят о необходимости оборудовать отсек для КГО и привести баки и ограждения в надлежащий вид. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.